Соревнования «Путь к успеху» в Мордовии прошли впервые. Участие в них приняли гимнастки не только из нашей республики, но и из других регионов. Большинство спортсменок приехали из городов ПФО и Москвы. Всего состязания собрали около 300 юных граций. «Путь к успеху» можно назвать генеральной репетицией перед стартом сезона серьезных соревнований по художественной гимнастике. Нам нужно, конечно, опробовать свою программу новую. Мы готовились все лето, учили новые элементы, новую программу составили для всех девочек. И, конечно, нужно где-то попробовать начать выступать, чтобы пришли в форму, пришли в боевую готовность дети. Соответственно, это очень хороший старт, потому что нужно начать. С чего начать? И дальше уже, конечно, будет легче. Самым младшим гимнасткам исполнилось 6 лет, самым старшим – 16 и больше. Свою программу показали как уже действующие мастера спорта, так и начинающие спортсменки. Самые юные выступили без предмета, а опытные продемонстрировали владение четырьмя их видами. Соревновались как в командном, так и в индивидуальном зачете. Победителей и призеров соревнований наградили кубками, медалями и подарками. Среди лучших и спортсменки из Мордовии. Художественная гимнастика в республике развивается активно. Конечно, сейчас большое внимание уделяется соревнованиям, и поддержка Олимпийского совета Республики Мордовия этому тоже способствует. Мастер-классы, которые они проводят для наших тренеров, для наших гимнасток. То есть приезжают тренеры из сборной команды Российской Федерации и дают мастер-классы. Показывают. Сейчас, тем более, опять вновь меняется программа, то есть новые правила вводятся. И все те нюансы, которые сейчас есть в виде спорта, конечно, лучше знать чуть раньше, чем потом совершать на этом какие-то ошибки. Старт сезона основных состязаний по художественной гимнастике состоится в сентябре. Они пройдут в Саранске, Пензе, Ульяновске и других городах России. Ирина Радайкина, Александр Овчинников, «Народные новости».